В администрации города Амурска состоялась информационная встреча при главе с активными гражданами города. Более подробно смотрите далее. На встречу были приглашены неравнодушные жители города, а также представители органов власти города и района. Основной темой стала опыт и перспектива развития территориального общественного самоуправления в Хабаровском крае. ТОС вообще активно стало развиваться у нас с 2016 года, тогда, когда была разработана и принята вся нормативно-правовая база не только регионального уровня, но и муниципального. То есть в каждом поселении, в каждом муниципальном районе были приняты свои муниципальные акты. Это положение ТОС, это порядок регистрации уставов, это положение об утверждении уставов, реестры ТОС, краевые программы, муниципальные программы и ряд других актов. В Амурском районе отмечу, что все поселения приняли как раз муниципальные акты, город Амурск в том числе. Поддержка ТОС является одним из приоритетных направлений деятельности правительства края в обеспечении участия населения в решении общественных, социально-экономических и нравственных задач. Такой подход позволяет обеспечить участие населения в решении различных социально-экономических задач, способствует укреплению доверия граждан к исполнительным органам государственной власти края и органам местного самоуправления муниципальных образований. На встрече Ольга Татарчук подробно рассказала гражданам, что нужно сделать, чтобы заручиться финансовой поддержкой от края. Какие документы и какие приоритеты у комиссии при отборе проектов на конкурс? Территориальное общественное самоуправление вошло в жизнь граждан края относительно недавно, но уже можно сказать с уверенностью, что ТОСы активно набирают обороты. И прямое этому доказательство – это с каждым разом все более растущее количество проектов, которые поступают из муниципальных образований края. Евгения Дудко, Олег Кузьмичев, телеканал «Амурск».